Эй, постой! Ты надел мои белые кроссовки. Это значит, у тебя есть мои понты? Послушай, ты что-то перепутал. Я забрал твои понты, значит, ты не попадаешь в бит, значит, ты не в теме. А, привет, YouTube. Вы смотрите «Битва титанов», «Оксимирон» против Гнойного. Поехали! Но я верю! Версус воскреснет! А что ни слово, то блеф! У меня и Санька наберется за шквар. Но только раненый лев, это все еще лев. А здоровый шакал остается шакалом. Че ты думал, что я от кого-то боюсь? Твоих шуток и панчей за Майя с берсерком, братюнь. Я видал и не такое, клянусь. А украли у них и зарегистрировали, как крысы. И знаете, что он мне ответил? Думал, ты меня вызвал. Храбрый поступок, как для еврея. А потом я понял, это не храбрость, а здравый смысл. Такими спецами нам не летать к далекому космосу. DDoS как раз таки мешает удаленному доступу. Они верят, что я пил мочу. Или что ты встречался с Соней Гризе. Или что у тебя бар... Это свершилось. Оксимирон против Гнойного. Долгожданный батл этого года. И этот батл получился мощный. У себя в ВК на страничке я сделал голосование «Оксимирон против Гнойного». Вы можете перейти по ссылке и проголосовать, как вы, по вашему мнению, считаете, кто лучше выступил в этом батле. Вся дополнительная информация будет под этим видео. О нет, он проигрывает. Это невозможно. Это невозможно, он проигрывает. Видно, бог рэпа проигрывает. Кому только он проигрывает. Черт возьми. Что я несу? Блин, никакого бога рэпа нет. Он просто проиграл. Реально, он проиграл. Оксимирон проиграл Гнойному 5-0. Я не верил спойлерам, то, что Гнойный победил Оксимирона. Пока сам батл не посмотрел до конца. И это реально. Гнойный победил Оксимирона с разгромным счетом 5-0. И тут ничего не поделаешь, это судьи. И кто-то старался радоваться, кто-то старался не радоваться, кто-то из фанатов расстроился, а кто-то, наоборот, радуется и кто хотел, чтобы кто-то наконец-то победил непобедимого Оксимирона. На самом деле не все так грустно. Оксимирон сделал хороший батл. Это говорит о том, что Оксимирон может написать хорошие текста для хороших батлов, выбирая достаточно сильных оппонентов. Как Гнойный. Гнойный хорошо и копанул, и теперь стал новый король в рэп-тусе или просто в русском рэпе 21 века. Это просто новая эпоха. А вот ресторатор, а что ресторатор? Он получит свои просмотры на своем официальном канале и неплохо даже заработает в этой теме. Так что здесь, мне кажется, все выигрывают и все должны остаться довольны. Первый раунд, второй раунд, третий раунд. Оксимирон против Гнойного. Если говорить про первый раунд Оксимирона, возможно, он был не самый лучший у Оксимирона, но многим понравился второй раунд, он достаточно был мощный. Я не помню, про что он уже говорил там, напишите просто это в комментариях. Но вот если брать третий раунд Оксимирона против Гнойного, то мне понравилось про книгу, про этого дракона и про этого героя. Мне реально понравилось, кому-то показалось, что третий раунд нужно было сделать как второй раунд, а второй раунд Оксимирону нужно было сделать как третий раунд. Если говорить про раунды Гнойного, то они, как это сказать, он просто, знаете, как пополнял словарный запас, но он не менял раунды, то есть он постоянно кричал и говорил вот эти панчлайны. Да, это было весело, это было смешно и местами даже мощно, то есть предложение, потом панчлайн, и местами это шутки, и под концовка раунда всегда выходила мощно у Гнойного. Свершилась эта битва титанов. Никто не верил, что это свершится. Бог рэпа перешел обратно, и он доказал всем, что они лучшие. Короче, ладно, это не важно, это просто лирика. Короче, я хотел сказать то, что Оксимирон и Гнойный доказали всем, что они умеют делать хорошие батлы. И на этом я хочу закончить это видео. Теперь будешь
историческая хуйня. Будешь петь после меня теперь? Не, не буду, но историческая хуйня. Респект. Ну, в общем, впервые. Я считаю, что батл рэп победил. Это был версус слова СПБ победил 5-0. Гнойный сделайте максимум!